Всем добрый день. Сегодня у нас в центре Витя Высоцкий. Прекрасный вторник. Уральская усадьба, как обычно, рулит. Мы ставим контейнерные площадки. Больших количествах, сейчас прям очередь на них. Смотрите, новшество этого года. Мы сделали цвет каркаса 7035, то есть со светло-серого, в цвет профлиста. То есть внутренний цвет профлиста, видите, не отличается от конструкции. Это цвет 7004. Саморезы даже в цвет. Видите, какая красота. То есть в одном цветовом гамме. То есть красиво, видите? Не отличается. Раньше отличался каркас, светлее был. То есть сейчас используем в цвет полностью. Перешли. Также сверху уголок, видите, 7004 идет. В цвет каркаса. Идет только по другой стороне. Если мы посмотрим, здесь уголки зеленые идут в цвет профлиста. И здесь уголок зеленый идет обрамление профлиста, чтобы вот этих краев острых не было. Соответственно, естественно, поликарбон закрывается торцевым профилем. Шайбочки здесь железненькие в цвет. Все. Поликарбон от премиум класса, не дешевый. Минимум простоит 10 лет, не высохнет. Ну а сверху закрывается соответствующим уголком. Стоят опорные столбы 40 на 40 с подпирающим. Здесь все прикручено, как мы видим, намертво. Внизу анкерение. Здесь, например, асфальт. Когда асфальт монтируем, приходится забивать арматуру и ее приваривать. Поэтому на такой монтаж едет сварщик плюсом. Да, их еще покупают очень много по регионам, потому что в чем огромный плюс? Мы собираем, например, торец обшиваем профлистом, потом идет арка, и они все собирают с помощью прогонов. Обратите внимание, все легко и просто. Вот эти все отверстия просверлены. То есть прогон, соединяющий арки. Мощная конструкция, даже не шевелится. Поэтому у нас покупает много-много регионов. Собрать ее очень легко. Главное, нужно думать головой. Всегда. То есть мы отправляем комплекты порезанный поликарбонат, пришитый уже к торцам в зависимости от количества профлист, нарезанная задняя стена, ну и соответствующая вся фурнитура. Здесь мы видим 4,5 метра как мусорка, 2 бака и КГМ, то есть крупногабаритный мусор типа вот такого. Он обязательный по нормам СНИПа, еще по нормам каким-то. Этот отсек очень обязателен, без него никто, можно штраф попасть. То есть должен быть отсек закрытого типа для крупногабаритного мусора. Тут мы видим, видите, жилой дом, вот 2 бака, КГ, мусор уже крупногабаритный навален, ну и, соответственно, еще жилой дом. Ну и Леня пьет воду. Да, еще хочу сказать, на Урале сегодня жара, уже третий месяц жара, с чем уральцев поздравляю. Кайфово, Леня, нам, да? Да. Даже побрился уже Леня. Я тоже сегодня заеду, побреюсь на лысо. В честь такого праздника, третий месяц жары. В тени, не поверите, вчера было плюс 30, сегодня уже больше 33, кажется, в тени. Поэтому и печет, я вчера же загорел, Леня призывает. В бане, в тени. В тени загорел. Поэтому вот заказывайте. Можно любой цвет выбрать профлиста, поликарбоната, синий, серый, желтый. Какие еще там делали? Желтый делали, синий делали, серый делали, зеленый делали, коричневую делали. То есть всякие, да. То есть цвет выберите, какой вам интересен. Ну, такая вот у нас контейнерная площадка. Сейчас ребята сделают еще видео-фотоотчет о такой красоте, чтобы потом мы это все в YouTube выложили или в Instagram. Ну все, всем пока, ставьте пальцы, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии.